Хотел подтвердить, что с первой минуты вся ситуация под моим личным контролем. Были поручения данной главы администрации, руководства МЧС на месте и руководителю чрезвычайной комиссии, зампреду нашего правительства. Соответственно, все меры безопасности были обеспечены вовремя и по самому высокому профессионализму. Поэтому не допущено ни одного тяжелого случая, будем говорить. Все люди, начиная с самого малолетнего ребенка и заканчивая пожилыми людьми, были предприняты меры по спасению. Поэтому я хочу сказать слова благодарности нашим спасателям за вот такой вот подход, за такое отношение. Это прежде всего. Я проинформировал министра про чрезвычайную ситуацию Российской Федерации. Он проинформировал в свое время президента Российской Федерации. Поэтому президент поставил жесткую задачу и дал поручение, чтобы встретиться практически с каждым жителем, сегодня провести обследование данного дома и принять меры по оперативному восстановлению. Поэтому все работы эти под контролем. Сейчас наша чрезвычайная комиссия доложила, что происходит. Понятно, жители сейчас возвращаются, кто с работы, кто с каких-то мероприятий, со школы сюда, домой. Соответственно, сейчас с каждым будет встреча и каждому будет сказано, что у нас дополнительно есть пункт размещения. Это наш санаторий «Сокол». Соответственно, здесь все базы будут круглосуточно размещены и под контролем специалистов. Поэтому там, где сегодня после 18 часов будет решение принято, что вся конструкция дома, она соответствует для дальнейшей эксплуатации, будет решение принято, чтобы постепенно жители уже могли входить в свои квартиры. Поэтому я думаю, что в самое короткое время постараемся, за исключением тех 4 квартир, которые, ну, соответственно, промочили там, в той ситуации, когда локализовывались эти процессы, наверное, чуть попозже. А так, в самое короткое время постараемся все вопросы решить и снять проблемы для наших жителей. Спасибо большое.